Ну что, ребятки, доброе утро. Следующий день начинается, и у нас новые приключения. Пока они еще не случились, но они обязательно будут, да, Мишань? Главное, что мы бодрые, веселые, готовы к этим приключениям. Да, машина у нас не травит, вроде бы все нормально работает. Сейчас мы собираемся, завтракаем, у нас сегодня 50 километров перехода. Сегодня будем на каком-то озере интересном, где водится рыба. Не знаю, будем там рыбачить, нет. Но самое главное, рыбалка у нас еще впереди. Все, погнали. Было. Ну вот, ребята, ну вот наш хорюзок, который вчера солили. Мишаня, как тебе хорюз? Браво. Мишаня мычит только с утра. Вот, сейчас я тоже попробую. Вкусный хорюз. Весьма. Сам ловил. Свежая рыба всегда вкусная. Очень вкусно. Да, что-то я не то ел сейчас. Буду-ка я рыбку есть еще. Вот вчера мы здесь два раза проходили. Еле-еле след угадывается. Такие две колейки остались. Охота сейчас. Терял я ее что-то. Пропадка, наверное, да? Пропадка? Я не вижу. Где ты ее там увидел? Сейчас мы ее поднимем. Они сейчас сами ее поднимут. Из-под ног прям прилетит. Она у них вот-вот прям вот справа. Подожди, ну, я ж пишу. А вот. А, есть. Красиво. Пойди ко мне. Пойди ко мне. Пойди ко мне. Пошла собачка работать. С полем. Олег Владимирович взял одну, а я два. С полем. Тихо, ребят, у меня еще, по-моему, что-то собак стоит. Не-не, он бежит. Вот, куропаточка. Хорошо. Хорошо, будет у нас шулюм. Ой, ты бедная, тебя не взяли, да, на охоту? Ай-яй-яй-яй-яй. Гуся! Мы здесь ловили, вот яма. Вот здесь мы хорюсков ловили. Это по канистре ударил. Или по быдлу. О, ребята! Куда я? Ёлка вот так же, как с трамплином. Ёлка укусила шерпа. Не-не-не-не, Миша, он проворачивается. Слышали, как медведь орёт? Ну примерно как? Вот чуть-чуть. Так же он... Не-не-не, чуть-чуть. Примерно так же он, когда пробку... После зимовки выдирает на пеньке. Так же кричит. О, фары уже обновились. Окачайтесь, накачайтесь, камни. А накачайтесь, не послушайте, он вращает.
Смотрите, какая красота. Нарисовал тут дорогу, а? Может, это... Вот-вот, расскажи, какой этот здесь нарисовал дорогу? Какой короткий может путь быть, ты нашел? Может быть, это пешеходная тропа? Да, наверное, тропа здоровья. Да. Это специально на ужин к медведю сюда ходят, потому что жрать ему здесь нечего больше, только туристам. Гипермария. Ребята, все, жить будем, суп варим. Варим суп, Олег. И мясо так кости. Суп будем варить. Мишаня, на тебе сувенир! О! На шею повесишь! Кто он был при жизни? Оленем был, рок это его. Оленя. Да. Ну вот, ребят, мы поднялись на небольшое плато. Смотрите, какая красота! Какая панорама открывается! Так и хочется. Ой, дождь какой валит! Ребятки, сейчас дождь будет. Вон там вообще все в дожде. Такой ливень идет. Вот такие сопки. Красотища. Но ехать тяжело. Вон озеро большое впереди. Вон там, ребят, смотрите. Озеро. Ребят, сейчас снимают охоту. Сейчас покажем вам с большой камеры. Собачки. Где мы, смотрите, какой ягельнятник тут. Вот тут мы хариусов ловили. Мы проехали 4 километра всего по прямой сегодня. Охотники пошли, они куропатку видят и куропатят ее. Ну и что у нас будут за то куропатки. Полем! Тихая охота. Встречаются куропаточки, встречаются грибочки. Очень грибов мало, как тундра бедная какая-то в этом году. Очень мало. Вообще охотники говорят, что и дичи не так уж и много. Я не знаю, как это назвать. Красота. Все, мне пора вниз. Черт, не просто, а срочно вниз.
дорога! Ура, ура, ура! Мы добрались до дороги. Миша, целуй ее давай. Дайте, ваши, целуйте ее. Вашими губами. Ура, дорога. Это трасса, елки. Джан, где мы ехали? Я ушел. Ушел? Места великолепные. Великолепные. Жвак. Красота нереальная. Место прям... Ехать невозможно. Красиво, когда над ними пролетаешь, наверное, да? Место. Фарки у нас вон. Опа. Разогнулись. Место для привала, ребят, вот такое у нас, красивое. Ой, с ума сойти, как хорошо-то, как красиво, уезжать не хочется. И мы приехали, ура! Все, ребятки, собираемся, перекусили. Собираемся, смотрите, дождь идет какой вот. На нас прямо. Ветер сюда дует. Так что надо срываться и ехать. В машине вроде бы это сухо, тепло. На улице стоять, конечно. Итак, господа, ключ на старт. Нас ждут великие дела. Ждут. Дорога, представьте, дорога. Она вроде попутная у нас даже будет. Озеро мы вдалеке, которое мы оттуда пришли, ребят. И вот такой вид, лунная панорама, вообще обалденно просто. Так, поехали, а то мы сейчас заблудимся здесь. Да, вот, ребят, какие-то рукотворные рвы. Сэр, я вижу след, пошел на болотце. Что, ребята, вот такой вот пейзаж.
Едем мы, едем, и конца и края этой дороги нету. Лужи, озера везде вон. Одинокий путник, смотрящий вдаль, попался вам по пути. Слишком бодро выглядишь для одинокого путника. Здесь за 7 дней никого не встретишь, блин. Мы все одиноки в этой жизни, все. И как вам родина Гипербореев? Посмотрите, здесь минимум для того, чтобы быть в походе. Вот на Кольске собираетесь, берите то же самое. Точно не меньше. Вот сапог он по голове не ударяет? Нет. Висит когда там, нет? Нет. Сохнет. Ой-ой-ой, чего тут у вас только нету. Ребят, финтрейл реально спасает. И в грязь, и в дождь. И на рыбалке, и на охоте. Вот тема. Рекомендую, весьма за вменяемые деньги. Ссылочка будет в описании к ролику. Скидочка 10% для подписчиков канала. Вот вам уток-то покидать прямо и должен стоять, кажется. Так, ребятки, ручеек. экране. Там будут фотографии, те, которых вы не увидите на нашем канале. Фото с дороги, какие-то короткие репортажики с дороги, где связь пока есть. Все будет интересно. Километров до нашей точки сегодняшней.
ребята, Мишка гулял. Не один, смотри, маленький. С маленьким, да. О, это медведица с медвежатами ходила здесь. Олег, медведица с медвежатами, свежие следы. Вспышка такая была. Видали? Представляешь? Упало дерево и жопа шерпа. Представляешь? Гаишников вызвать на разбор. Кто там уехал, да? Но он скатился. Так, ребята, нам остался километр всего. Ура, километр. Пески, вода плюс 2. Ребята, поплывем по воде. Дорога дальше нет. Дороги нет, есть вода. Тут типа вода. Зимний.
куча оленеводов, база от колхоза. А собака со щеночками. Ух ты, такие тарапуськи. Боятся. Боятся маленькие. Свет есть, но генератор работает, видать. Вот так, ребята. Живут уже здесь сколько? Лет 40, наверное, да? Мужики. Вот так. Нравится, говорит, нам нравится, говорит, здесь. Советской власти нет, хорошо, начальство редко бывает. Чего не жить, не работать, да? Места красивые. Ведь рыбу уже не ловим, надоела эта рыба. А зимой что, морозы сильно бывают? Куда как? Ветра в основном. Ну таких морозяк, чтобы, блин, давило. Морозы, они вообще редко стали. Неделя, может, меньше. Ветряк-то не работает у вас, да? Ну что я могу сказать, господа? Побывать на Кольском и не поесть соленого сига — это преступление. Малосольного, да, не соленого, а свежего малосольного сижка. Вот он у нас заготавливается. Так виднее, да? Мне? Да. Да. Ну, это нам видно. Еще делается картошечка. Вкусная. Михаил Юрьевич занят ремонтом. А я веду хронометраж событий, дабы она застряла в аналах истории. А еще говорят, тут есть, ребята, олени. Они где-то тут в березовой роще ходят. Завтра схожу, посмотрю, где они там. Можно же их увидеть, да? Не, если они в березняках, то не увидишь. А если сами сюда придут? А, могут сами прийти, да? А, ну, они приходят. Это как, же ездовые домашние. Солнышко выйдет, они пробегут. А бесовцы они могут там быть. Да? Ну, нет, попробуем завтра показать вам Олешек. Может быть, увидите, а может, не увидите. Самый лучший буран тундры. Ну да. Покормил, поехал. Покормил, поехал. Ничего не ломается, да? Не покормил, не поехал. Не покормил, не поехал. А как кормить ягелем? Ягель же они лопнут, да? А эти у нас комбикорм кушают, ягель. Комбикорм? Ну да, он прикармливает комбикорм. А можно еще раз так вот, только вот так, чтобы можно было это в кадр вставить. Свежок великолепный. Ай. Прям по Станиславскому. Красота. Ну, как обычно, не будем вас дразнить. Съедим. Расскажем. Расскажем, когда. Это нож хороший, но использую я его не по назначению. О, как лень сходить за ножами. Нет, за мой французский. Как ваши успехи, Михайлович? Я снял деталь, которая нам портит путешествие. У нас мы имеем здесь наглухо убитые сальники, стертые. Угу. Вот уже будет теперь. Вот. И имеем сорванный подшипник. Внешне. Тут два подшипника у нас стоят. Внутренний, угу. Внутренний работает, все. Нормально вращается. Еще один сальник здесь стоит. Сейчас я что сделаю? Сейчас я... Что можно сделать? Все, ребят, у нас идет процесс ремонта сальников. Жуков гараж нам высылает. Завтра связались по спутнику с ними. Завтра передают нам запчасть эту. И летит попутный вертолет. Человек с Москвы летит здесь в лагерь. Ну, вот, и с ним будет передана эта запчасть. Как бы, ну а пока мы пытаемся своими силами
отремонтироваться, что-то сделать. Благо, золотые руки Михаила Юрьевича нам в этом содействуют. Надеюсь, еще не сделал. Ну, они сейчас не золотые, они у него черные, в масле все. Вот отмою, тогда вы посмотрите. Да, тогда мы вам покажем. Да. Миша, там сега тебе такого сделали. Да. Ой. Что, сумасшедшего прям? Ты мне зря сказал. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.